Выездные комиссии по благоустройству проходят в нашем городе практически каждую неделю. Цель таких встреч – на месте обсудить вопросы, услышать предложения от управляющих компаний, жителей, коммунальных служб. В этот раз объезд был посвящен предстоящей замене контейнеров в нескольких дворах города. Площадка на улице Горького не завалена мусором, но вот внешний вид и состояние ограждения не добавляют красоты старому серпуховскому дворику. Участники выездного совещания проехали по нескольким адресам, где предполагается в этом году изменить вид мусороприемников, чтобы серпуховичи не жаловались на запах и разбросанные бытовые отходы. Пытаемся понять, как лучше все переформатировать, да, потому что то, что сейчас в данный момент происходит на улицах, не есть хорошо. Сейчас предлагается несколько вариантов, как изменить внешний вид площадок для сбора мусора. Так уже в этом году в нескольких дворах Серпухова будут установлены новые пластиковые контейнеры закрытого типа. Для того, чтобы полностью со всех сторон рассмотреть данную ситуацию, нам требуется какой-то экономический анализ, возможно, пилотные проекты. Я думаю, в этом году мы уже начнем с этих проектов, в рамках комплексного благоустройства. В течение этого года по мере установки новых контейнеров сотрудники комитета по благоустройству будут отслеживать механизм вывоза мусора из дворов, график работы спецмашин. Также необходимо уточнить расходы по содержанию площадок и, конечно, посмотреть на отношение жителей города к нововведению. Дмитрий Большаков, Даниил Белинов, Ольга Волкова, Новости ОТВ, Серпухов.